Kicker. Let's join Alan Parrier and Dennis Law. Добрый вечер, уважаемые болельщики, любители футбола. Приглашаю вас сегодня на Восточную улицу, что в Москве, откуда мы ведем наш репортаж, где местный клуб, да, наши автозаводцы, футболисты «Торпедо» принимают английский «Манчестер Юнайтед» в ответной встрече 1/32 финала розыгрыша Кубка УЕФА сезона 1992-93 годов. 29 сентября на календаре, 7 часов вечера. Встреча уже началась, и мы с вами будем также начинать репортаж, дабы не упустить ничего интересного. С вами весь вечер ваш комментатор Денис Цаплинт. Поехали! Итак, конечно же, начать следует с составов команд, а потом уже поговорим и о первой встрече, и о том, возможно, чего нам ждать от команд сегодня. Начнем давайте с хозяев, футболистов «Торпедо». Итак, первый номер на воротах – Александр Подшивалов, капитан команды. Четвертый – Андрей Афанасьев. Второй – Геннадий Филимонов. Третий – Максим Чельцов. Девятый – Алексей Арефьев. Пятый – Борис Востросаблин. Шестой – Сергей Шустиков. Десятый – Игорь Чугайнов. Седьмой – Геннадий Гришин. Одиннадцатый – Иван Поземов. Восьмой – Андрей Талалаев. Главный тренер автозаводцев – Юрий Матвеевич Миронов. Манчестер Юнайтед. Первый номер – Петер Шмейхель. Второй – Деннис Ирвин. Шестой – Гарри Паллистер. Четвертый – Стив Брюс, капитан команды. Третий – Майк Феллон. Одиннадцатый номер – Райан Гиггс. Восьмой – Пол Инс. Пятый – Нил Уэбб. И седьмой номер – Дэнни Уоллес. В нападении девятый номер – Брайан Маклер. И десятый – Марк Хьюз. Главный тренер «Красных дьяволов» – Алекс Фергюсон. Судить для нас сегодня будет бригада арбитров в следующем составе. Главный судья Ян Дамгард, боковые Карл Йохан Кристенсен Мейер и Иван Лисарт, резервный арбитр Кай Остергард. Вся эта компания из Дании. Ну вот, наверное, с формальностями покончено, и постепенно мы можем переходить непосредственно к самому матчу и смотреть, как Афанасьев атакует. Отдает на Шустикова. Шустиков продолжает на правый фланг. Это Гришин пытается отдать вперед набегающего туда партнера, но не точно. Аут бросает Манчестер. Пол Инс на ваших экранах. Почти под завязку заполнен стадион «Торпедо». Более точные цифры, я думаю, к нам придут по ходу репортажа. Вообще, погода, в принципе, довольно-таки футбольная сегодня в Москве. Да, идет небольшой дождик, накрапывает. Но 12 градусов, зато такая вот как раз температура, чтобы бегать было довольно комфортно. И не горячо тебе, и не холодно, и не жарко, и не прохладно. Самое, на мой взгляд, то. Вот мы видим, лужи небольшие стоят на беговых дорожках, да, замечаете? Но, тем не менее, все репортеры, фотографы без зонтов, никаких тентов, ничего над ними нету, из чего следует полагать, что момент опасный, мимо ворот удар. Нет, это наш защитник вынес. Сейчас будет угловой. Следует полагать, закончу мысль, что дождик сейчас, если и накрапывает, то совсем не сильный. Угловой удар у ворот Подшивалова. Навес. Аут в пользу Манчестера. Отбились наши ребята. Уэбб на ваших экранах. А это Афанасьев. Да, говоря о первой встрече, для тех, кто не видел трансляции с того матча, давайте небольшой экскурс вот в прошлое. Вообще, наша команда ехала в гости к Манчестеру с одной только надеждой, с одной целью. Кое-как отбиться
и удержать вот эти нули на табло, к чему в итоге игра и привела, это был предел мечтаний. По большому счету, атака наши ребята никаких не устраивали. Пытаясь действовать на контратаках, они этих контратак собрали такое количество, что можно по пальцам одной руки пересчитать. Вот, по большому счету, единственная острая такая вот контратака была с участием Талалаева. Но когда защитники манкунианцев поняли, за счет чего может сегодня зацепиться за счет или даже попытаться победить торпедовская дружина, они сразу Талалаева обезвредили, и после этого, по большому счету, ничего опасного не возникало. Гришин пытался совершать пару своих таких вот классических проходов, ну, на подступах к штрафной что-то он немного останавливался, запинался. Ну и, в общем, усилия уходили все, что называется, в трубу. А что касается хозяев, а вот какой опасный момент, продолжим чуть позже. Нет, свистка нету. Торпеда в контратаке. Навес неточный. И здесь выносится мяч Уоллесом. Вот сейчас, как закончится это наступление, закончу свою мысль начатую. Торпеда в атаке, удар мимо ворот. Так вот, если говорить касательно хозяев поля, то тут сложно выделить какую-то отдельную их атаку, потому что осада ворот москвичей шла практически постоянно, но вот какого-то изюма, что называется, в этих атаках не было. В основном сбивался Манчестер на фланговую игру, на навесы, но, по правде сказать, обыграть вот именно на втором этаже не так и просто торпедовцев. Очень здоровые ребята у нас физически играют. У многих рост за 180, за 185 даже. Может быть, по ходу репортажа мы остановимся на таких некоторых цифрах. Ну, и в итоге Манчестер ворота распечатать так и не смог. В итоге счет 0-0, что, конечно же, нашу команду более или менее, даже больше более нежели менее устраивает. И посмотрим, что принесет нам матч сегодняшний, который, конечно же, много-много вопросов таит. Как будет играть Торпедо с тем условием, что желательно, конечно же, на своей площадке забивать и рассчитывать на то, чтобы играть на ноль. Тут может быть несколько даже глупо, потому что все мы знаем регламент. Если в 0-0 завершится встреча, то будет дополнительное время, там серия пенальти. Хотя, как знать, может быть, это и неплохой шанс для москвичей. Так как вполне очевидно, я думаю, для вас, уважаемые болельщики, и для меня, да и для всех специалистов, что если брать по персоналиям и сравнивать вот личность к личности, то команда Манчестер Юнайтед намного превосходит своих сегодняшних соперников. Вот немного мы вспомнили о том, что было у нас в первой встрече этих двух команд. Состоялась она 16 сентября, я напомню. Ну, и давайте наблюдать за тем, как будет команда Торпедо сегодня противостоять таким маститым игрокам, как красная торсида Алекса Фергюсона. Не рискует сейчас Подшивалов и в потенциально опасной ситуации выбивает спокойно мяч Ваут с мячом манкунианца. Уэб вперед на волосы, волосы завалили. Нет? Неужели нет нарушения правил? Показывает, что волос правил нарушил. Знаете, у меня сложилось другое мнение, но судье, конечно же, виднее. Около 200 фанатов МЮ сегодня присутствует на трибунах стадиона Торпедо. Будут они, конечно, изо всех сил поддерживать.
своих любимцев. Но я думаю, они, конечно же, мало кто из них сомневается в победе по сумме вот двух встреч в этом противостоянии. Довольно большая разница все-таки в классе. Только за счет какой-то собранности, полной самоотдачи и, конечно же, немного везения надо нашим ребятам, чтобы достичь положительного результата сегодня. А мы видели сейчас, что некоторые корреспонденты открыли зонты. И не только корреспонденты, то есть дождь все-таки идет. Ну, как любят говорить мои коллеги, журналисты, комментаторы, в такой погоде надо чаще бить издали, мяч скользкий. И как они, опять же, некоторые из них, не будем называть фамилии, любят выражаться, что получает мяч дополнительное ускорение. Ну, конечно же, всяк, кто учил физику средней школы, понимает, что никакого ускорения мяч получать не может, иначе бы давно бы после любого из ударов он покинул бы за несколько минут стратосферу, присоединился бы к нашему космическому комплексу на орбите. Ну а то, что бить издали надо, это, конечно же, да, я соглашусь. Перчатки все-таки клеем у вратаря не намазаны, и может этот скользкий летун просочиться сквозь пятерню, или две пятерни, как сказать, через десятерню, да, пальцев того или иного голкипера. Гиггс отдает назад. Паллистер пошел вперед. Здоровяк, центральный защитник манкунианцев. Очень большой дядька. Сейчас ради интереса рост даже его гляну. 193 сантиметра. Очень опасен он будет при стандартах у ворот подшивалов. Надо будет за ним следить глаз да глаз. Ну а уследить у нас есть, кому тоже... Ребята не маленькие, тот же Филимонов 189 сантиметров, Афанасьев 187. Я уже упомянул ранее, что у нас весьма такая рослая команда, так что на втором этаже, вот в первом матче ничего у Манчестера не получилось. Дай бог и не получится и сегодня. С мячом торпедовцы. В центральном круге. Востросаблин отдавал на Поземова, но не точно был. Передача жесткая такая, отскочила от нашего нападающего мяч. Переходит в контратаку Манчестер. Маклэр. На Гиггса отдаст. Да, Райан Гиггс. Молодое дарование из Уэльса. Одна из находок Алекса Фергюсона. Так сказать, многих игроков он растит чуть ли из младенческого их возраста, если вот по футбольным меркам расценивать, то есть с 15, с 16 лет. Вот показывали в начале трансляции скамейку Манчестер Юнайтед. Если вы помните, если видели момент неопасный, то слева от нас там сидел еще один молодой игрок Ники Батт. Может, выйдет он сегодня на поле. А в первой встрече... Первая встреча на замену на 88-й минуте. Вышел, дебютировал за манкунианцев 17-летний защитник Гарри Невилл. Тоже, как говорят, парнишка подает большие надежды. Есть и другое еще, кроме присутствующих сегодня в первом матче. Скопище талантов и наиболее ярко выделяющийся парень вот из Академии Манчестера, молодой совсем игрок Дэвид Бекхэм, но пока что ему не доверяют место в основе. Но опять же большое будущее пророчат ему в Англии. Центр смещается, атака торпедовцев. Отличный пас сквозной удался. Но не успел. Это был, по-моему, кто? Давайте посмотрим. Чугайнов так ускорился. Да, 10-й номер Чугайнов. Ну, знаете ли, Игорь вполне может
так открыться и пробить, да и забить. Он начинал вообще карьеру нападающим, а потом стал уже отодвигаться назад и играть опорного защитника, иногда даже центрального. Опорного полузащитника, конечно же, иногда центрального защитника. Ну, сегодня вот он как раз в опорной зоне. Но и выдвигается вперед, как мы видим, с большим удовольствием при случае. А это опасно. Заваливают Талалаева. Это может быть желтая карточка. Нет, молчит свисток арбитр. Талалаев вскочил, пытается продолжить атаку и сразу же получает второй раз по ногам. Ну, тут уже свисток не мог молчать. Штрафной удар исполнит автозаводцы по свистку, показывает датский арбитр встречи Ян Дамгард. Посмотрим на повторе. Ну, казалось мне, и тут было нарушение. А, мы видим, что мяч остался у Поземова, может быть, поэтому свистка не последовало, дабы не прерывать атаку. Чугайнов направо. Еще правее. Назад возвращается мяч. Дальний навес. Борьба на втором этаже. Но на высоте Брюс. Капитан команды Манчестера выбивает мяч в аут. Стив Брюс надел капитанскую повязку в тот момент, когда перестал быть игроком основного состава Брайан Робсон, который сегодня на скамейке. Так, именно Брайан, многолетний, многоопытный капитан Манчестера. Вот сегодня Стив Брюс. Поземов. Навес штрафную. Но не хватило Гришину скорости, а Поземову немножечко точности. Петр Шмейхель. Вот я говорил о том, что Чугайнов начинал как нападающий. А представьте себе, клубе Идовре, в котором начинал играть Шмейхель. С 84 по 86 год он там выступал. Он также был заявлен поначалу как нападающий и даже сумел забить 6 голов. Вот такая вот интересная история. Гиггс с мячом. Хороший пас. Забегание такое продемонстрировали игроки Манчестера. Но отбиваются наши ребята. Аут бросает Гиггс. Нет. Уоллес. На пятого номера Уэба. Брюс. Пошел вперед. Брюс ищет адресата. Нет, не нашел. На Паллистера назад. Переложил, так сказать, ответственность на партнера. И снова получил мяч от него же. Хороший пас. И еще раз неплохо. Расстрел состоится. Состоялся, но упустил Феллон таки за боковую, нет, за лицевую, конечно же, линию мяч. Удар от ворот. А с мячом наш голкипер Александр Подшивалов. В первой встрече Подшивалов, по сути, один раз вот опасно вступил в игру. Это когда вот, если я, опять же, не ошибаюсь, в тот момент это произошло, вот это... Яркая игра Подшивалова, когда был нанесен удар головой по его воротам, и он, вытянувшись, вытащил мяч. А головой пробил Болес тогда, опять же, если мне не изменяет память. И вот тогда из правого верхнего угла в таком кошачьем прыжке Александр выгреб этого самого кожаного летуна. Удар по воротам. И снова Подшивалов на месте. Вот вспомнили мы о нем. И он тут как тут. И снова после удара головой. Вот оно какое совпадение. Не Уоллес ли бил, да? Сейчас интересно посмотреть. Нет, это был не Уоллес. Не Уоллес.
Правым флангом атакуют торпедовцы. Тем временем первый тайм подходит к своему экватору. И Феллон летит вперед. Остается по ногам Хьюза. Филимонов нарушил правила. Уэб исполнил штрафной. На втором этаже лучше игроки Манчестера. Удар через себя! Почти получился, почти опасно. Неплохо. Да, вот нам сейчас время показывают. 20 минут сыграно. Хороший удар. Демонстрируют свой класс игроки наших соперников. Наши соперники, игроки Манчестер Юнайтед, конечно же. Заговариваюсь немного. Нервничаю, извините. Уважаемые телезрители, конечно же, переживаю за наших ребят. На этот раз Феллон уже нарушил правила и завалил Поземова. Пока что Гришин в центральном круге. Назад на Чугайнова. Чугайнов не торопится с развитием атаки. Немножечко притормозил ее. Позиционное наступление переходит торпеда. Шустиков направо. Через Чугайнова опять Талалаев. Падает. Нарушение правил нет. Свисток молчит. И левым флангом пошла атака Манчестера. Длинный пас. И аут. Райан Гиггс не успевает к мячу. Пас назад на Подшивалова. Тот в руки не берет. Отдает Чельцову. Чельцов идет вперед. Вообще в трех номинальных центральных защитников играет сегодня торпеда. Филимонов, Чельцов и Востросаблин. Но по большому счету Востросаблин выдвинут тоже туда немного вот, так сказать, на защитную передовую. Такого волнореза играет. А уже еще немного перед ним располагаются Шустиков и Чугайнов. Вот такая примерно у нас, такой примерно треугольник в центре полузащиты. Ну вот если что случается, то Востросаблин возвращается назад, добавляет надежности обороне и от своих оборонительных функций, которые он выполняет очень и очень хорошо, не отлынивает, не заигрывается в атаке. Пока что все хорошо и спокойно у ворота Подшивалова. Пара моментов всего лишь была, но не сверхопасных, чего уж тут говорить действительно. Мы от Манчестера ждем более острой игры. Ну, конечно же, да, и то бог, чтобы он сыграл сегодня не остро, но, так сказать, мы опасаемся, что он может включить дополнительные резервы какие-то, продемонстрировать более острую игру. Вот так вот, наверное, будет более грамотно сказать. Напоминают нам, что счет 0-0 на 23-й минуте. Вот это момент опасный! Подшивалов! О, как повезло, что не смог пробить Хьюз. А упустили его в районе 11-метровой отметки. Ну, чуть-чуть подальше, чем 11-метровый, но если бы пробил, то никакой Востросаблин бы, который на него летел, падая просто всем телом, мешая пробить, и не помог бы. Первая встреча у Манчестера был вот несколько иной состав. Более нам интересный, по крайней мере, хотя бы потому, что там принимал участие Андрей Кончельскис. Ну, а кроме того, я уже упоминал, что вот молодой парнишка Гарри Невилл выходил. Но также ворота защищал не Шмейхель, а Уолш. В защите играл Мартин вместо Феллона. Ну и Блэкмор играл в полузащите. Нарушение правил. Шустиков на газоне.
И первая желтая карточка у нас сегодня. Удостаивается ее кто? Капитан команды Брюс. Ну да, вы посмотрите. Такому Брюсу и Брюс Ли позавидует. Можно ноги вырвать и обезвредить соперника на всю оставшуюся жизнь. Пас вперед. Феллон на месте правого полузащитника. Открывается Хьюз. И аут. Ой, аут. Офсайд, конечно же, извините. Разыграли на коротке торпедовцы. Форсировать им не надо. Надо гасить порывы атакующие соперника и самим искать, конечно же, счастье в контратаках, где Поземов с Талалаевым, с Гришиным им в компанию должны что-то вот придумать, чтобы порадовало нам глаз. А после матча души и сердца. Алистер. Вперед на Хьюза. Хьюз находит Маклера. Дальний удар готовится. Но застревает в ногах у Чельцова мяч. Контратака торпедовцев. Вот не проводят торпеды какие-то вот такие разящие контратаки. Все больше они сваливаются в позиционной игре. Но вот сейчас вроде услышали меня и провели хороший вот этот выпад правым флангом. Навес будет. Хорошо, Гришин. Отлично. Удары ждем. Нет, скушали наших ребят. Как перловку Шерлок Холмс. Легко и непринужденно. Посмотрим на повторе. Ну да, шел пас на Поземова, но его там вдвоем уже держали, как гвоздь в тисках. Сложно было что-то сделать. Борется Гиггс. Ушел на чуждый для себя фланг. Куда же делся Уоллес, интересно. Афанасьев бросает мяч. Показали нам сейчас Юрия Матвеевича Миронова. Напряжено его лицо. Что-то в голове у него там происходит. В плане возможных корректив по ходу матча или в перерыве. А может быть, все и устраивает нашего наставника. Чугайнов. Остросаблен. Через правый фланг атака не вышла. Контр-выпад Манчестера. И неплохо, Хьюз. Но Хьюз все-таки сыграл неважно. Мяч отпустил. И вот уже, посмотрите, куда идет Филимонов. Центральный наш защитник. Поземов на правом фланге. Врывается в штрафную, пас. Удар состоится. Нет, снова Поземов. Офсайда нету. А вот это что такое? А хотелось бы очень посмотреть повтор. Было это похоже на нарушение правил, тянувшее на 11-метровый. Но в итоге свисток в пользу Манчестера. Дайте нам повтор уже. Так. Знаете, вот шестой номер Паллистер заслонил как раз нам обзор в момент, когда падал наш игрок, поэтому, честно говоря, ничего я вам сказать не могу. Надо с другой точки смотреть. Ну ладно, понадеемся на квалификацию Яна Дамгарда. Будем надеяться, что он видел момент лучше, чем мы. Зонты раскрываются постепенно над головами зрителей стадиона «Торпедо». Дождь усиливается. Ну а что вы хотите? Осень в Москве. Я думаю, англичанам тоже не привыкать играть в дождь. Конечно, манчестерские
ливни, наверное, не так поэтичны и запечатлены в памяти многих, как вот понятие лондонского дождя, когда в туманной дымке стоит Биг Бен. И не видно буквально ничего за 10 метров вперед. Ну, не знаю, как оно бывает в Манчестере. Биг Бена там точно нет. Ну, дожди, я думаю, не обижают своим присутствием и жителей этого городка. Шустиков на Гришина, а Гришин назад. А вот нам показали как раз, как я понимаю, сектор болельщиков Красных Дьяволов. Английские флаги там и великобританские развевались на трибунах. Хотя, как знать, может, это трудовые элементы английского посольства в Москве пришли посмотреть на этот матч. Опасно! Гиггс идет вперед. Открывается Маклер. Гиггс лезет дальше. Ну, может, пожадничал Райан. С мячом Афанасьев. Отдает на Поземова. Давай, Ваня. Какую ты хитрую свечу задумал. Шмехелю пришлось выходить и играть опасно. Но мы не забываем, что Петр был нападающим, и навыки игры головой у него должны присутствовать, поэтому все обошлось для подопечных Алекса Фергюсона. Через центр атака торпеда. Уоллес. Мяч потерян нашими сегодняшними соперниками. И Шустиков отдает направо. Бросать аут будет Арефьев, девятый номер. И самый привычный номер для защитника. Гришин. Под удар как будто себя готовят. Удар Гришина все-таки подготовил под удар. Под левую не вышел, так развернулся и дал с правой. Молодца, молодца. Так их, Гена, мочи. Их какой опасный удар с отскоком. Прям на линии вратарской мяч ударился о газон. И мог немного изменить направление. Но нет, все благополучно для Шмехеля. Кончился пока что атаку манкунианцев. Момент опасный. Нет, разряжают ситуацию наши защитники. Но атака Манчестера не окончена. Навес. И мяч в руках подшивало. Уэбб навешивал. Хорошо, далеко выбивает. Но нарушает правила Талалаев. Паллистер разыграл направо. Ой, налево, извините. Гиггс, Ирвин. Паллистер. Капитан команды Брюс. Снова Брюс. В самом начале карьеры несколько профессиональных клубов отказали Брюсу в заключении контракта. И был такое даже у него упадническое состояние духа, что он собирался навсегда завязать с футболом. Но вот в тот момент поступило предложение от, так, мягко говоря, не самого известного клуба, Джилин Кема. Но вот этот самый клуб, можно сказать, сохранил для нас этого замечательного центрального защитника. А тем временем мы видели, что готовится замена уже первая в рядах манкунианцев. Посмотрим. Травм я никаких не видел. Может, по игре что-то не устраивает Алекса Фергюсона. Пока что в атаке Афанасьев.
закручивал в дальний нижний угол, но не хватило техники. Чуть-чуть совсем Андрею ее не достает вот в этой вот завершающей стадии его сольного прохода. Вот посмотрим еще раз. И вроде хорошо он качнул того же Брюса, но недостаточно хорошо. Чтобы вот Брюс бы еще полшага бы сделал вот, в левую от Афанасьеву сторону, можно было более точно нанести удар. А пока что с мячом Чугайнов. Хороший перевод мяча на Гришина. Талалаев открывается штрафной, но пас следует не ему, удар головой. Кто это бил? Шустиков? Ну, эффектно, конечно, но сомнительно, что такой удар мог принести результат, когда на воротах такой хороший голкипер, как Петр Шмейхель, чемпион Европы этого года, как вы все прекрасно знаете. Борьба на втором этаже закончилась победой ребят в красном. Паллистер на Гиггса. Гиггс в своем стиле просеменил одного нашего. Навес! Или это был удар? Ну нет, мне кажется, чтобы бить с такой позиции, надо быть сверхнаглым. Скорее всего, это был навес, прострел такой, немного не получившийся. Талалаев. Аут. Аут. Фол. Что ж такое? Сначала я в начале репортажа офсайд назвал аутом. Теперь фол. Так вот и тянет меня почему-то к этому слову из трех букв. Извините, пожалуйста, уважаемые зрители. Стараюсь больше не ошибаться. Паллистер. Идет вперед, оставляет Полу Винсу. 14-й номер, по-моему, готовится выйти. Брайан Робсон не устраивает игра в атаке Алекса Фергюсона. Брайан Робсон – легенда Манчестера. ...35-летний атакующий полузащитник. Ух ты! Вот это знатно Талалаева сейчас завалили. Это желтая. Ну тут просто, конечно же, без сомнений. Now, whether that's an injury or a tactical substitution, I'm not sure, but Brian Robson hasn't played since a pre-season hamstring injury. Да, Брайан Робсон вместо Уоллеса. Действительно, Уоллес потерялся в последние минуты. Первый в дебюте встречи он более активно выглядел, а вот несколько минут мы его фамилию просто не упоминали. Последнее, что о нем я говорил, насколько я помню, я спросил, где же Уоллес, когда Гиггс перешел на его фланг в одном из эпизодов. Отлично играют в защите наши ребята. Но пас немного неточный. И снова надежный. Мы на подступах или в самых, так сказать, первых метрах внутри своей штрафной. Инс в атаке. Хороший пас. Маклэр. Ну,
Как липучка прицепился вот в остросаблен к Маклеру, и в итоге мяч-то мы выцарапали. Устиков. Нарушение правил. Нет. Ладно, поехали дальше. Робсон. Пас налево отдал. Гиггс. Ирвин. Алистер. Мы видим, Брайан Робсон занял место в центре полузащиты. Тогда, вероятно, к правому флангу будет ближе играть Уэбб или Маклер. Глядим. Феллон. Длинный парашют туда от Феллона в борьбу, где боролись Маклер и Хьюз. И в итоге выбрали себе штрафной удар. Феллон совсем недавно еще периодически ставился вот в центр полузащиты, но все-таки вот Пол Инс отвоевал для себя, застолбил, так сказать, навсегда за собой, когда вот он в здравии и не дисквалифицирован, вот эту вот позицию центрального полузащитника. Навес. Теперь практически Феллон не появляется. В центре полузащиты играет постоянно правого защитника. Фельцов. Наверное, самый низкорослый из наших оборонцев. Рост Максима Чельцова 178 сантиметров, что для центрального защитника, конечно же, недостижение, скажем так. Гиггс с нарушением правил атаковал Афанасьева. Вот мы его снова на правом фланге видим. Видимо, такой и будет он по ходу встречи. Кренится то вправо, то влево относительно поля. Может и по центру пытается атаковать. Поглядим. Шустиков в отличном подкате мяч забирает. Знаете, вот так потихоньку-потихоньку, а игра торпедовцев все больше радует, честно говоря. То есть как-то более наглее стали играть. Вот и какие подкаты получаются. И комбинации, и пасы неплохие. Вот на последней стадии атаки еще бы прибавить. И немножечко, может, везение действительно, но тяжело. В основном там один Талалаев борется, подбегают Поземов с Гришиным периодически. Ну, тяжеловато, конечно, такие там дяди. Что будь здоров, поеди с ними, поборись. Шустиков. Вот посмотрите, то, о чем я говорил. Вот немного сейчас пас был, конечно, безобразен. Ну, а в принципе, как от двоих ушел, как колобок. А наш Сергей Шустиков. Уэбб. Да нет, вот смотрите, Уэбб по центру также остался играть. И Робсон вот в центре. Инс. Назад скидывает под удар партнера. Ну, там наши молодцы. Тем не менее, навес последует. Навес, борьба на втором этаже. Нет, это на первом было. Это опять через себя пробивал на этот раз Брайан Робсон. И блистательно играет, конечно же, Александр Подшивалов в этом моменте. Посмотрите на повторе сейчас. Здесь, конечно, уже чудеса реакции демонстрирует наш голкипер. Но как сложился, ножницами пробил Робсон. Справедливости ради надо сказать, что практически прямо в нашего вратаря летел мяч после удара полузащитника Красных Дьяволов. Но тем не менее, мы уже упоминали, что мяч-то скользкий. И как нечего делать, он может шмыгнуть в створ ворот. От этого только больше, так сказать, респектов
нашему голкиперу. Угловой удар. Навес. Вверх выигрывает Манчестер. И упускает все-таки мяч на еще на один угловой. Да нет. На этот раз отворот показывает датский арбитр. Не хочет Подшивалов сам выбивать. Доверил партнера. Да, выстрасаблен. Вынес этот мяч подальше. И почти что удалась атака нашим ребятам. Выходил хорошо на позицию для атаки Талалаев. Ну, мяч проскакал все-таки за боковую линию. А тем временем мы наблюдаем с вами. Вернее, уже наблюдали в левом нижнем углу время. И мы видим, что осталось играть считанные секунды, так как основное время уже подошло к концу. А там сейчас очередное нарушение, очередная желтая карточка. На этот раз Филимонов ее получает. Ну вот так, и мы начали немного подтягиваться по горчичникам манчестерцам. А тем временем свисток на перерыв, идем отдыхать.